По непереводимости с русской политикой может соперничать только русский мат. Единственное сходство — борются с ним у нас и на Западе. Похоже, в России пытаются ввести штраф за бытовой мат, в Америке за мат в телеэфире. Общественность двух стран одинаково озабочена легализацией нецензурных выражений. Ситуация противоречивая. По нашему уголовному кодексу мат в общественном месте считается уголовно наказуемым хулиганством. Осужденных не видно, а должен бы быть каждый второй. При этом в газетах мат печатают, заменяя одну букву тремя точками, а в книгах его давно печатают полностью. Взять хотя бы культового автора Виктора Пелевина. На телевидении русское слово из трех букв обычно забипивают. Этот звук называется бип. Достаточно им перекрыть одну букву, и закон не нарушен. Но солист группы YouTube Bono английское слово из четырех букв произнес в прямом эфире. Его забипить не могли, и теперь Bono хотят оштрафовать на 275 тысяч долларов. Певец восхищенно выругался, хваля фильм «Банды Нью-Йорка». Это наказуемо. В то время как в самом фильме точно так же ругаются совершенно безнаказанно. О традициях и новизне бытования непечатных слов в речи и на письме Никита Анисимов. Словарь Даля слово «хер» объясняет как крест-накрест, а «похерить» как что-то перечеркнуть. Тверскую деревню Херовка назвали так потому, что здешняя болотистая земля, кроме клюквы, не родит ничего, то есть ни хера. На исконно русском севере такая оценка богатства земли, может, и ругательная, но вполне объяснимая. Здесь до сих пор гадают, то ли барин чудил, то ли народ с горя выл, а его жалобы взяли, да черным по белому записали в исторических документах. Сегодня приходила Мария из Херовки наниматься на работу. И хоть Херовка уже больше 100 лет зовется станцией Фирова, получилось, как ее ни называй, жизнь слаще не становится. Дед Иван – последний хранитель исконных традиций. Дорогая моя теща, покорми меня блинам. Я за это твои дошки подержаться за... Филолог Алексей Плуцер-Сарно увидел название своей будущей книги в лифте. Потом вышел на улицу, посмотрел направо, налево, прямо и понял, что все дороги ведут на три буквы, но не в Рим. Именно к этому слову, когда строят заборы, сначала его пишут, а потом приколачивают к нему доски. Это слово является таким главным строительным материалом русской культуры. Самое употребительное слово на заборе оказалось и самым могучим. В русском языке с ним более 1000 выражений. Составил большой первый том. То есть в первый том вошла только словарная статья на слово «хуй». Второй том, соответственно, дальше «хуй», «жопа», «говно». На телевидении крепкие выражения запикивают, чтобы не наказали канал. А для книг наказаний нет. Первый том своего словаря Плуцер-Сарно выпустил без единого отточия, тиражом 10 тысяч. Нахрен мне с тобой тут сопли размазывать. Не пошел нахуй, дебил вонючий. У бывшего милиционера Пучкова, ныне модного переводчика Гоблина, свой словарь нецензурщины. Сотрудник угрозыска с отличием окончил курсы английского и понял главное. Вся заморская ругань в одном слове заключена. У него там сплошной факт. Он его по-разному предложил. Что означает нестыдливое «ой, ничего себе», а как в курилке говорят. Расходятся жемчужины родного языка в формате ВХС без всякой цензуры. Нихуя себе, ебнуться, ну блять, ебаться в рот. Перевод обычно проигрывает оригиналу, но теперь этот животворный напев можно услышать из первых уст и в русском сериале «Бригада». Саша, они хотят его убить, мне похеру, бля. Наличествует некое лицемерие. То есть, если ругается, то это плохо. А если башку прострелил, то это нормально. Это же кино. Культура шагает в массы. И наоборот. На 60-летие Олега Янковского, что не гость, заслуженный деятель искусств. Конечно, мероприятие не для широкой публики, но сегодня не приходится, как раньше, мучительно выбирать между языком кухни и языком здравец. У музыкантов помоложе стихи растут из того же сора и исполняют их, не ведая стыда. О чем еще петь сантехногруппе с названием «Время срать»?
И со студией в туалете. Здесь скользкий кафель и плохая акустика. Но в поселковый ДК местным самородкам путь заказан. Солист Алекс Забей спел там однажды. Помнят, не забыли. Вообще, вот этот мат, мне, в общем-то, плевать на него с высокой колокольни. Я принципиально к нему не стремлюсь. Он просто сам по себе проскакивает. Да и всем на него в принципе. В московской школе 1162 за слово из трех букв теперь придется платить 300 рублей. Штрафовать матерящихся учеников, включая первоклашек, педсовет решил, когда в школьных коридорах стали вянуть даже взрослые уши. Стоят там просто так, анекдоты матом рассказывают. То просто так, налево и направо. Иногда даже доходило до того, что прямо на уроках могли. В Тамбовском совхозе «Заря» мат пока проходит по льготному тарифу 10 рублей за раз. Но на выручку от трехэтажной колхозной речи можно многое построить. За первую неделю, наверное, тут под 1000-2500 скопилось. Больше всех поначалу платил сам председатель, пока подчиненных на нужный лад настраивал, а иначе односельчане не поймут. Доцент МГУ Антонина Ермакова знает об этой самой матери все. В молодости наслушалась от недоброжелателей, а теперь сама всем желает. Антонина Васильевна уверена, нехорошие слова – это древние языческие молитвы, но писать их на доске во всей красе не рискует. После лекции даже точки в строчках стирает. Раньше мату, надо сказать, примерно до начала 19 века в крестьянских семьях просто-напросто учили упоминанию вот этой самой ионной матери в нужном месте, когда замок надо открыть или когда надо какое-то дело сделать. Почему? Потому что на уровне языческого сознания именно эта формула была формулой оберегом. В режиме онлайн уберечься от мата невозможно, и по телефону мат не заглушить. Правда, компания-операторы редактируют смски в интернете. Брань компьютер заменяет звездочками. По их количеству можно подобрать слово. Получается матерный кроссворд. Компания редактирует клиентов, клиент за это редактирует рекламные ролики компании. Ты на годинник дивилася, час вийшов, доча. Пішла на маму. Супер джинс. Термін дії більше не діє. Директор Центра простатологии Игорь Князькин несет свой символ возрождения России. Статуя поэта Баркова, автора поэмы Лука Мудищев, переплавлена из статуи Ленина. Наверное, изобразить его нужно в состоянии, возвышенном, будем так говорить. Еще Пушкин сказал, если опубликует Баркова, значит в России больше нет цензуры. Опубликовали не только Баркова, но и пушкинскую «Тень Баркова». В 1937-м эту балладу главного классика печатали ограниченным тиражом в типографии НКВД. Ага, мой свет, какую? Послушай, скоро твоему не будет силы ху... В официальном Пушкине тоже не обошлось без купюр. В Борисе Годунове поэта при жизни заставили отступиться от своих матерных слов. Монах, которого хотят арестовать вместо Григория Трепьева, говорит: «Отстаньте, б***ны дети». Под давлением цензуры, по настоянию императора, это место было изменено, и при жизни Пушкина читалось «Отстаньте, пострелы». Пострелы из поселка Фирова свои исторические традиции изучают на уроке. Название хоть и не совсем благозвучное, зато родное. У русских собственная гордость. Фирова имела еще другое название. Какое? Хирова. Никита Анисимов, Роман Иванов, Валерий Драгилев, Инна Осипова, Игорь Корчагин, НТВ.